Че? Ну мы были это, значит, в дворец ездили на Массандр. Ага. Так-то вообще вот сколько. Приехали. Когда мы приехали? 20-го. Считаю, первый день мы тут уже нормально. Подписчики корм привезли. Я в шоке. Говорит, 15 килограмм. Идем, идем, Рыжик, сюда. Поехали в Питер. Прокатимся. В Питер. Не прыгай только на меня. У тебя грязный лап у тебя. А вы алкоголь пьете? Вот смотрите, какая у него шерсть. После этого. После шампуня. Да Рыжик! Бляха-муха. Хоть вот прыгайте, слушает. Гром. Боится он. А вы слышали сегодня предупреждение, это было по городу, по громкоговорителю? А что говорили? Говорили, все, где-то, наверное, где-то в 11-12 штормовое предупреждение, ветер до 25 метров в секунду, возможен град, ливни, и так прям по всему этому. Я же думал, какая-то там террористическая угроза, начали там объявлять по всему городу. Это ерунда. В тот раз они тоже обещали, там что-то дней 5 назад так и не было. Вино пьете? Нет, я не бухаю вообще. Я могу предложить. Для всех пород. А ну. Я не знаю, купили и были в этом всеми, как вы. Без цен. А, вы туда на бездонье выезжали? Да, набрали себе. В Питер. Пивасика немножко. Че у вас там нету? Ну там есть там в одном. Не, ну так свое крымского вот такое в одном, в двух местах, а так нету. А че, хоть поностальгировать? Вот. Затарка. Она там стоит 59 рублей. На набережной, вот в гастрономе 100, а в Пуде 89. Пуде 89. А там 50. Пуд самый дешевый магазин был, а сейчас да? Черти че, короче. Так, короче, вот. Из бантик и сбоку бантик. А это что у вас за причиндал? Бокс. Да. Всякое. Запихиваем, едем. А вы случайно в Судак не собираетесь ехать? Судак это в сторону этого. Крымского моста, да? Это в сторону Алушты, а от Алушты там километров 50 вдоль моря. Соберемся куда-нибудь вечером на WhatsApp и с утра. Да, включим. Хорошо. Все, Олег, удачи. Спасибо вам большое. Может, на набережной еще увидимся. Увидимся, да. Все, до свидания. Давайте, счастливо. Здесь это? Ну чё, пойдем. Он покушал, я не знаю. Может и правда, корм он только давать. Это я вообще в непонятке, короче. Кушай, не хочешь? Или гром боишься? Ешь, а? Нарежь. Это он просто громче гремит, он туда в душ залазит, короче. Ну вот подписчики. Золотые люди просто. Приехали отдыхать вот, и привезли корм, и деньги давали, и я не знаю, и сигареты, блок, это просто... Я не знаю, просто даже что сказать. На, Рыжик. Да не бойся грома. Воды попей. Ничего не хочешь. Семья из Питера. Денис, большое спасибо вам. Неудобно перед вами вообще. Очень неудобно. Давай, Рыжик, успокаивайся. Успокаивайся давай. Успокаивайся. Гром прошел, Рыжик. Да это стучит там, настройки стучит там один чел, деньги зарабатывает. Кушай, не прислушивайся, кушай давай.
Ну, сейчас окно закрою. Кондиционер включу. Реже. Видите? Видите, как уши сложил? Ну, это измена у него прет. Видите? Это колпак он одел на себя. Стресс у Рыжика. Кто ж при стрессе кушает, скажи, Рыжик, да? Только ненормальные могут при стрессе прийти в столовую и есть, сидеть. А бак гремит, да? Паническая атака. Тебя трясет, а ты сидишь плохо наяриваешь, да, Рыжик? Странные люди вообще. Предлагают мне корм поехать, когда у меня измена прет от этого грома. Ну ничего. Гром закончится сейчас. Гром закончится и выйдет солнышко, Рыжик, дядик, и мы пойдем на набережную гулять с тобой. А там Барбос тебя ждет. Сегодня Барбосу корм возьмем, расческу возьмем, расчешем Барбосика. Окей, да? Сидит, прислушивается. Дышит, потом раз, замрет. Есть ли гром на улице или нет? Такое ощущение, как будто его с Донбасса привезли сюда и отдохнули и оставили его здесь. Потому что он всего боится, не только грома, а вот петарды, какие-нибудь там салюты. Вроде как бы жил на улице, да, год. Он как бы должен привыкнуть ко всему этому. Но он нет, он... Короче, он на своей волне. Ладно.